Вынужденную посадку совершил легкомоторный самолет на границе Башкортостана и Пермского края. Об этом телеканалу РБК Уфа сообщили в региональном управлении МЧС России. На борту находились два человека, никто не пострадал. Это поданные Франции. По информации источника РБК Уфа, самолет возвращался из Казани во Францию. На борту находились летчики, участники соревнований Red Bull Air Race. Авиашоу проходило в столице Татарстана. Инцидент произошел сегодня днем в 17 километрах от Янаула. Самолет J-430 обнаружили в поле. Воздушное судно, как и люди, не пострадало. По предварительным данным, причиной происшествия стало низкое давление масла в двигателе самолета из-за повреждения радиатора. На месте находятся две единицы техники, сотрудники полиции и медики, уточнили в МЧС.